passer une commande, Zdilizakas, les fruits de mer, Darimore, chez le poissonnier, Utargovtsa Rybay. D'abord, on lit tout le texte et ensuite, on discute les moments les plus importants du texte. Сначала прочитаем весь текст и затем обсудим его самые важные моменты. Passer une commande, сделать заказ, les fruits de mer, дары моря, chez le poissonnier, у торговца рыбой, Madame Duval. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Я хотела бы заказать большое блюдо даров моря, пожалуйста. Le poissonnier, торговец рыбой. Oui, madame. Pour combien de personnes? Да, madame. На сколько человек? Madame Duval. Pour 6 personnes. На 6 человек. Le poissonnier, торговец рыбой. Pour quel jour, madame? На какой день, madame? Madame Duval. Samedi, en fin d'après-midi, c'est pour le dîner. В субботу, ближе к вечеру, чтобы поужинать. Le poissonnier, торговец рыбой. C'est à quel nom? На чье имя? Madame Duval. Duval. Sophie. Le poissonnier, торговец рыбой. Qu'est-ce que vous préférez? Что вы предпочитаете? Un plateau classique à 20 euros. Классическое блюдо за 20 евро. Ou un plateau mélangé à 30 euros. Или смешанное блюдо за 30 евро. Madame Duval. Quelle est la différence? Какая разница? Le poissonnier, торговец рыбой. Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages. Des huîtres, des moules, des pétoncles. В обычном классическом блюде у вас будут лишь ракушечные, устрицы, мидии, гребешки. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. В смешанном блюде у вас также есть ракообразные. Лангусты, крабы, креветки. Madame Duval, un plateau classique me semble très bien. Les fruits de mer, l'analyse du texte. Nous allons aborder dans cette séquence le conditionnel présent, les règles des quantités et l'expression « s'il vous plaît ». Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. On va voir ce que nous avons dans cette phrase. Итак, посмотрим, что есть в этой фразе. Je voudrais, это условное наклонение. Je voudrais commander, я хотел бы заказать. Un plateau de fruits de mer. Здесь мы разберемся, почему присутствует предлог de перед словом fruit, отсутствует артикль. Это есть правило количеств. О нем тоже поговорим после conditionnel. И подвергнем анализу выражение «пожалуйста», «s'il vous plaît». Из чего же оно состоит? Le mode conditionnel. Существует le mode conditionnel présent, условное наклонение настоящего времени, и le mode conditionnel passé, условное наклонение прошедшего времени. Пример мышления в conditionnel présent, условном наклонении настоящего времени. Мне надо бы пойти к врачу. Тебе надо бы съездить к Пьеру. Пример мышления в conditionnel passé, условном наклонении прошедшего времени. Тебе надо было бы сходить к врачу, вам надо было бы сказать вот это. Le conditionnel – это условное наклонение. Из самого названия видно, что это какое-то действие, которое могло бы совершиться, но при каком-то условии. То, что мы в русском языке говорим «я бы пришел», «я бы сходил», «я бы сказал», «я бы сделал», «мы бы вас поняли, если бы вы выражались попонятнее» и так далее. Вот это все есть conditionnel, от слова condition – условие. Теперь рассмотрим образование conditionnel présent глаголов первой, второй и третьей групп. Здесь важно сказать, что глаголы первой и второй группы имеют одинаковую систему образования conditionnel présent. Глаголы неправильные образуют conditionnel présent по другой системе, и об этом поговорим отдельно. Итак, образование conditionnel présent глаголов первой группы. La formation du conditionnel présent des verbes du premier groupe.
Для образования кондиционель présent глагола первой группы необходимо к неопределенной форме глагола, то есть к инфинитиву, прибавить окончание, которое вы сейчас видите. Если внимательно присмотреться, то вы узнаете в них окончание imparfait. Comme exemple, conjuguons le verbe du premier groupe parler au conditionnel présent. В качестве примера приспрягаем глагол первой группы говорить, разговаривать. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. La conjugaison du verbe du deuxième groupe choisir au conditionnel présent. Спряжение глагола второй группы выбирать в conditionnel présent. Je choisirai, tu choisirais, il choisirait, nous choisirions, vous choisiriez, il choisirait. То есть, чтобы применить глагол второй группы в conditionnel présent, нужно, так же как и в случае с глаголом первой группы, к неопределенной форме прибавить окончание, которое вы видите. Et maintenant, le conditionnel présent des verbes irréguliers. А теперь, conditionnel présent глаголов неправильных. Наберемся терпения. Дело в том, что для conditionnel présent глаголов неправильных применяется специальная основа неправильного глагола. Кстати, эта же основа применяется и для образования времени futur simple, будущего простого времени. В этой таблице находятся глаголы, наиболее применяемые в речи. Более жирным шрифтом выделена основа неправильного глагола, та самая основа, которая применяется для образования conditionnel présent и futur simple. Давайте в качестве примера проспрягаем глагол être au conditionnel présent. Je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Maintenant, le verbe avoir au conditionnel présent. J'aurai, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Le conditionnel présent du verbe aller. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Le conditionnel présent du verbe vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait. Le conditionnel présent du verbe être. Je serai, tu serais, il serait, elle serait, on serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Теперь правило количеств. Разберемся и поймем, почему перед существительным fruit отсутствует артикль, а присутствует всего лишь предлог de. Règle des quantités, préposition de. Правило количеств, предлог de. В чем заключается смысл правила количества? Когда перед существительным стоит слово, которое обозначает количество, то перед вторым словом, о количестве которого идет речь, вместо артикля ставится предлог de. Понятие количественности может быть выражено при помощи мер веса, мер длины, мер объема, количественных наречий и словосочетаний, выражающих идею количества. К примеру, мы видим блюдо. C'est un plateau. Теперь мы видим дары моря. Des fruits de mer. Теперь мы видим количество. Мы видим блюдо даров моря. Nous voyons un plateau de fruits de mer. По этому же принципу мы получим понятие «большое блюдо устриц» «un plateau d'huître». Ici, vous voyez un plateau de fruits.
Если вы желаете более подробно ознакомиться с правилом количеств, то на моем канале еще найдете несколько видео с более подробным описанием и объяснением этого правила. L'expression «s'il vous plaît». Сегодня говорим о выражении «пожалуйста». Обращение «s'il vous plaît» применяется как формула вежливости при обращении к человеку. Скажите «пожалуйста». Madame, monsieur, dites «s'il vous plaît». Можно сказать, что во французском языке есть два «пожалуйста». «S'il vous plaît» как формула вежливости при обращении. Dites «s'il vous plaît». Скажите «пожалуйста». И второе «пожалуйста» как ответ на благодарность. Voilà, par exemple, например, merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Это было второе «пожалуйста» как ответ на благодарность. Je vous en prie, но мы сегодня говорим о «s'il vous plaît» при обращении как формула вежливости. Dites «s'il vous plaît», скажите «пожалуйста». Et maintenant, examinons la notion de «s'il vous plaît». А теперь рассмотрим понятие «пожалуйста». Понятие «пожалуйста» состоит из четырех слов. Первое слово – это «si», «если». Затем следует expression impersonnelle «il plaît», безличное выражение «нравится». И косвенное дополнение «le complément d'objet indirect» – «вам». То есть дословно понятие «s'il vous plaît» обозначает «если вам нравится». В частице «si» выпадает буква «i», так как она стоит перед словом, которое начинается с гласной. В данном случае «il», поэтому получаем усеченную форму «s'il». Par exemple, «si vous voulez», если вы хотите, или «si vous voulez y aller», если вы хотите туда поехать. Рассматриваем безличное выражение «il plaît» – «нравится». Что такое безличное выражение? Сейчас на этом останавливаться не будем. Под этим видео вам будут даны сноски, объясняющие, что такое безличное выражение. А мы пойдем дальше анализировать выражение «s'il vous plaît». На моем канале найдете порядка 8 или 9 видео, что такое безличное выражение. Теперь проанализируем само безличное выражение «il plaît». Оно состоит из неправильного глагола «plaire» – «нравится», то есть «нравится кому-либо», «plaire à quelqu'un», и личного местоимения «il» мужского рода, единственного числа, которое в безличных выражениях не переводится никак, то есть которое не имеет никакого значения. La conjugaison du verbe irrégulier plaire нравится, спряжение глагола. Je plais, tu plais, il plaît, elle plaît, on plaît, nous plaisons, vous plaisez, il plaise, elle plaise. Et voilà, en ce qui concerne l'expression « s'il vous plaît », в том, что касается выражения «пожалуйста», nous venons de faire l'analyse de cette expression. Мы только что сделали анализ этого выражения. Dites «s'il vous plaît». Ça vous a plu? Le poissonnier, торговец рыбой. Oui, madame. Pour combien de personnes? Да, madame. На сколько человек? Madame Duval, pour 6 personnes. На 6 человек. Le poissonnier, торговец рыбой. Pour quel jour, madame? На какой день, madame? Madame Duval, samedi, en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. В субботу, ближе к вечеру, чтобы поужинать. Основнейшее значение предлога «pour» – это «для», «чтобы», «дабы», «ради», но есть и другие значения. Предлог «pour», который применяется в структуре, глагол плюс предлог «pour» плюс существительное, передает понятие «действие», которое направлено на какой-то предмет, и этот предмет выражен существительным. Рассмотрим эти структуры. «Je fais tout cela pour notre vie». Я делаю все это для нашей с тобой жизни. Tu vis pour ta famille. Ты живешь для твоей семьи. Как бы на благо твоей семьи. Il chante pour Isabelle.
en paillote de Isabelle. Elle achète une chemise pour son fils. Она покупает рубашку для своего сына. Nous travaillons pour un salaire. Мы работаем для заработной платы, ради заработной платы, чтобы получать заработную плату. Vous achetez un cadeau pour votre femme. Вы покупаете подарок вашей жене. Ils travaillent pour le bien de leur famille. Они работают на благо их семей. Elle chante pour le public. Они поют для публики, на публику. Глагол плюс предлог pour может выражать цель действия. J'appelle Pierre pour lui parler de cette nouvelle. Я звоню Пьеру, чтобы рассказать ему об этой новости. Tu apprends la théorie pour passer bien l'examen. Ты изучаешь теорию, чтобы хорошо сдать экзамен. Il apprend la langue pour devenir un bon spécialiste. Он изучает язык, чтобы стать хорошим специалистом. Elle achète cette robe pour être belle. Она покупает это платье, чтобы быть красивой. Nous allons à Paris pour admirer cette belle ville. Мы едем в Париж, чтобы восхититься этим красивым городом. Vous gagnez de l'argent pour vivre. Вы зарабатываете деньги, чтобы жить. Ils protestent pour augmenter leur salaire. Они протестуют, чтобы поднять их зарплаты. Elles vont à la plage pour se baigner. Они, женский род, женщины, идут на пляж, чтобы искупаться. Предлог pour может выражать идею движения и направление движения. Когда вы желаете указать направление движения, то есть куда вы едете, в Париж, в Лондон, в Рязань, допустим, я еду в Париж, je vais pour Paris, у каждого движения есть цель. И образно движение к цели можно представить вот так. Par exemple, je vais pour Paris. Я еду в Париж. On va pour Nice. Мы едем в Ниццу или едут в Ниццу. Elle va pour Londres. Она едет в Лондон. Еще несколько примеров именно с этим значением предлога pour. Je vais pour Paris. Я еду в Париж. Tu vas pour la France. Ты едешь во Францию. Il prend l'avion pour Londres. Он летит самолетом в Лондон. Nous allons pour la Pologne. Мы едем в Польшу. Vous partez pour Angers. Вы уезжаете в Анжер. Ils partent pour l'Espagne. Они уезжают в Испанию. Значение предлога pour для выражения стоимости вещи, то есть за сколько вы купили вещь. J'achète un kilo de poivron pour 5 euros. Я покупаю килограмм паприки за 5 евро. Tu achètes un verre de jus pour 2,50 €. Ты покупаешь стакан сока за 2 евро 50. Elle achète le billet d'avion pour 180 €. Она покупает авиабилет за 180 евро. Vous achetez un bouquet de fleurs pour 75 €. Вы покупаете букет цветов за 75 евро. Предлог pour и понятие о времени, о продолжительности события. Предлог pour может указывать на время. Это время дня, это день недели, это месяц. Nous avons le billet d'avion pour ce lundi. У нас авиабилет на этот понедельник. Je pars pour Paris pour longtemps. Я уезжаю в Париж надолго. Или другая фраза, которая показывает продолжительность. Je pars pour Paris pour 3 semaines. Указывает на конкретное время дня. Le docteur a fixé le rendez-vous pour 15 heures.
Продолжим предлог pour, и он может указывать на следствие. Il est trop jeune pour le comprendre. И действительно, по этому лицу этого молодого человека видно, что он еще слишком молод, чтобы это понимать. Je suis pour cette décision. Я за это решение. Tu es pour ou contre? T'es за или против? Je t'aime pour ton caractère. Я тебя люблю за твой характер. Сейчас поговорим о самых разных выражениях с предлогом pour. Vêtements pour homme, одежда для мужчин. Remède pour la fièvre, средство от температуры. C'est pour toi, это для тебя, тебе. Film pour adulte, film для взрослых. Travailler pour la société, работать на фирму, но это значит, когда вы хотите передать понятие, что вы работаете в такой-то фирме. Voter pour quelqu'un, голосовать за кого-либо. Éprouver de l'antipathie pour quelqu'un, испытывать чувство неприязни к кому-либо. Je suis pour cette opinion, я за это мнение. Nous sommes pour la paix, мы за мир. Il fait sa carrière pour la gloire. Он делает свою карьеру ради славы, для славы. Les soldats meurent pour la patrie. Солдаты умирают за родину. Во имя родины. Il parle pour expliquer. Он говорит, чтобы объяснить. Il est pour beaucoup dans cette affaire. Он имеет большое значение в этом деле. Il n'y est pour rien. Он тут ни при чем. Remède pour la fièvre, средство от температуры, от лихорадки. Un livre pour la lecture, книга для чтения. Ce livre est pour vous, эта книга вам, для вас. Pour des raisons de sécurité, по причине безопасности. Refuser pour de bonnes raisons, отказать по веским причинам. Se fâcher pour rien, злиться без повода, по пустякам. C'est pour cela que tu restes seul, именно поэтому ты один. Pour cause de maladie, по причине болезни. Je vous remercie pour votre cadeau. Благодарю вас за ваш подарок. Pour mon malheur, на мою беду. Je ne suis pas pour faire cela. Как бы я не есть, чтобы это делать, но действительное значение, я не способен это делать. Je pars pour 3 semaines. Я уезжаю на 3 недели. L'amour pour toute la vie. Любовь на всю жизнь. Pour cette fois, на этот раз, на сей раз. C'est pour quand, это на когда, то есть когда это произойдет. C'est pour demain, это на завтра. Il est grand pour son âge. Он довольно большой для своего возраста. Pour moi, je reste. Что касается меня, я остаюсь. Mot pour mot, дословно. Есть еще другое выражение, слово в слово, mot à mot. Pour ainsi dire, так сказать, если можно так выразиться. Pour l'heure, тогда. Pour l'amour de toi, из любви к тебе. Pour ce qui est de, в том, что касается. Есть абсолютно синонимичное выражение, en ce qui concerne. Pour peu que, если только, немного, хоть сколько-нибудь. Pour autant que, насколько возможно. Je suis pour, я за. Le pour et le contre. Все за и против. Le poissonnier, торговец рыбой. C'est à quel nom? На чье имя? Madame Duval. Duval. Sophie. Le poissonnier, торговец рыбой. Qu'est-ce que vous préférez? Что вы предпочитаете? Un plateau classique à 20 euros. Классическое блюдо за 20 евро. Ou un plateau mélangé à 30 euros. Или смешанное блюдо за 30 евро. Thank you.
sujet de conversation à la réception de l'hôtel. Разговорная тема в приемной у администратора гостиницы. Сейчас будет небольшой диалог между администратором гостиницы и клиенткой. Цель данного диалога – посмотреть значение предлога «а». Je vous en prie, au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à l'hôtel.com Rive Droite. Bonjour. J'ai réservé une chambre au nom de Roffet. Madame Roffet, très bien. Une minute, s'il vous plaît. Analysons la préposition «à» dans les phrases. Проанализируем значение предлога «à» в тех фразах, которые вы только что услышали. Одно из многочисленных значений предлога «à» – это место действия. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à l'hôtel.com Rive Droite. Bonjour. J'ai réservé une chambre au nom de Roffet. Madame Roffet, très bien. Une minute, s'il vous plaît. Où se passe l'action? Где происходит действие? L'action se passe à l'hôtel. Место действия – l'hôtel. Следовательно, предлог «à» показывает место действия. «À l'hôtel» – в гостинице. Как место действия «à l'hôtel» – в гостинице. «J'ai réservé une chambre à l'hôtel Aston». Bonjour, j'ai réservé une chambre au nom de Roffet. Bonjour, j'ai réservé une chambre au nom de Roffet. Au nom de Naïm. J'ai réservé une chambre. Я забронировал, забронировала. Au nom de Naïm. В администрации вас могут спросить: «À quel nom, monsieur?» «À quel nom, madame?» На какое имя, на какую фамилию? J'ai réservé une chambre au nom de Vladimir Ivanov. Mesdames et messieurs, bonjour. Мы поговорим о предлоге «à» и какое значение он имеет в формировании понятия стоимости вещи. В русском языке, когда речь идет о стоимости вещей, мы часто сталкиваемся с такими понятиями, как «почем», «почем помидоры» или «за сколько продадите». Эти понятия могут передаваться при помощи предлога «а». Par exemple, c'est un plateau de fruits de mer. Это есть блюдо даров моря. C'est combien un plateau de fruits de mer? Если буквально, то «это сколько блюдо даров моря?» Так можно спросить по-французски, сколько стоит блюдо даров моря. Le plateau de fruits de mer à 30 euros. Блюдо даров моря за 30 евро. Un plateau d'huîtres. Блюдо устриц. C'est un plateau d'huîtres. Это есть блюдо с устрицами. Блюдо устриц. C'est combien un plateau d'huîtres? Это есть сколько? Имеется в виду сколько стоит блюдо устриц. C'est le plateau d'huîtres à 30 euros. Это блюдо устриц за 30 евро. Но также стоимость того же блюда даров моря может быть выражена при помощи глагола coûter. Стоить. Le plateau de fruits de mer coûte 30 euros. Большое блюдо даров моря стоит 30 евро. Le plateau d'huîtres coûte 20 euros. Блюдо устриц стоит 20 евро. А теперь давайте немного поговорим о глаголе первой группы coûter. Стоить. Глагол первой группы coûter – стоить. Глагол первой группы в неопределенной форме всегда оканчивается на «er» – coûter. Для того, чтобы проспрягать любой глагол первой группы, необходимо отбросить инфинитивное окончание «er», и мы получаем основу.
полученной таким образом основе в первом лице единственного числа «je» прибавляем непроизносимое «e». «Je coûte» – «я стою». Во втором лице единственного числа к основе прибавляется «es» – «tu coûte» – «ты стоишь». В третьем лице единственного числа прибавляется непроизносимое «e» – «il coûte» – «он стоит». В «l» прибавляется непроизносимое «e» – «elle coûte», «она стоит». Par exemple, «la chemise coûte 5 euros», «elle coûte 5 euros». В неопределенно личном местоимении прибавляется нечитаемое «e» – «on coûte», «стоят» или «мы стоим». В первом лице множественного числа прибавляется «ons», «nous coûtons», «мы стоим». Во втором лице множественного числа прибавляется «ez», «vous coûtez», «вы стоите». В третьем лице множественного числа мужского рода «il» прибавляется аж три буквы «ent», причем которые не произносятся. «Il coûte» – «они стоят». В третьем лице множественного числа женского рода прибавляем «ent», так же, как и в «il». «Elle coûte» – «они стоят». Немножко потренируемся с вопросом «Combien coûte?» – «Сколько стоит?» «Combien coûte un cadeau?» – «Сколько стоит подарок?» Или «Combien coûte une rose?» – «Сколько стоит роза?» «Combien coûte un parapluie?» – «Сколько стоит зонтик?» «Combien coûte l'amour?» – «Сколько стоит любовь?» Combien coûte le voyage? Сколько стоит путешествие? Combien coûte le mystère? Сколько стоит тайна? Небольшое упражнение, которое позволит автоматизировать вопрос combien coûte? Combien coûte une chemise? Combien coûte la chemise? Неопределенный артикль une chemise передает понятие какая-то рубашка. La chemise – вот эта конкретная рубашка. Combien coûte une robe? Какое-то платье. Combien coûte la robe? Вот это платье конкретное. Combien coûte une maison? Сколько стоит один какой-то дом? Combien coûte la maison? Сколько стоит этот дом? Combien coûte un vélo? Сколько стоит один какой-нибудь велосипед? Combien coûte le vélo? Сколько стоит этот велосипед конкретный? Combien coûte une voiture? Сколько стоит одна машина какая-то? Combien coûte la voiture? Сколько стоит эта машина? Combien coûte un pantalon? Сколько стоит брюки? Combien coûte le pantalon? Сколько стоит эти брюки, вот эти? Combien coûte un billet? Сколько стоит один билет какой-то? Combien coûte le billet? Сколько стоит этот билет? Combien coûte la vérité? Сколько стоит правда? Как вы думаете, почему здесь только определенный артикль? Если образно и схематично представить, как выглядит мышление combien coûte, то примерно это будет вот так. Теперь немного потренируемся применять правило количества с вопросом combien coûte? Сколько стоит? Combien coûte un kilo de cerise? Сколько стоит килограмм вишни? Combien coûte un kilo de poire? Сколько стоит килограмм груш? Combien coûte un kilo de sucre? Сколько стоит килограмм сахара? Combien coûte un kilo de farine? Сколько стоит килограмм муки? Combien coûte un kilo de fraise? Сколько стоит килограмм клубники? Combien coûte un kilo de viande? Сколько стоит килограмм мяса? Combien coûte un kilo de bonbons? Сколько стоит килограмм конфет? Combien coûte un kilo de porc? Сколько стоит килограмм свинины?
Et après tout cela, permettez-moi de prendre congé et de vous souhaiter de la santé. И в заключение, позвольте откланяться и пожелать вам здоровья.